Всем огромнейший приветик из KFC. Полная хрень крылышков. Сладкий такой. Сладкий? Что такие маленькие соуса? Я же тебе сказала сразу, что соус маленький. Надо было свой из холодильника взять. Салфетки не дали? Нет. Конечно нет. Зачем? А это что вот это вот? А, это Настя на хрень. Это наша салфетка, то что я... Это коктейль. У меня молочный. У меня молочный, у тебя клубничный. Ногти у меня. Я не подготовлена. Я тоже. Какой вкусный, как мороженое. Попробуй. Прям мороженое растаешь. Острое. Густой, но только сильно и сладкий сильно. Очень сладкий. Острые крылья. Я тебе сразу сказала, что это очень острый. А куда Настя убежала? За ложкой? За ложкой? Ни салфеток не дали, ничего. Угу. Вообще. Что за сервис, да? Угу. Что за люди? Что, пробовали? Как долго ложку упросили. А там ничего не было. Салфетки нам не дали. Угу. Хочешь попробовать? Чем собрала? Банан, что ли? Банан. Нет, не хочу. Крылья ешь. Я хочу вот это мороженое, которое вы говорите. Вкусное. Мясо это. С автомата. У нас, помню, раньше при дедушке был автомат стоял. И там вот это вот мягкое мороженое было, знаешь, оно как вот мелкими-мелкими. Кусочками вдахами, чтобы, знаешь, блин, какое оно было вкусное. В вафельном стаканчике, даже в автоматах. Какое вкусное. Что называется, как? Твистер. Твистер. О, на чеке написано. Твистер. А, да. Остро. Сейчас так жарко, еще остро, еще жарче будет. Кстати, здесь вообще не прохладно даже, да? Вообще, душман. Как у вас дела? Как настроение? Первый раз это в мукбанке снимается. Поговорили. Вытащили из дома. Сказали, хватит. Сушиться дома. Сушиться дома, да. Вообще мои страшные вообще. Да мне тоже не айс. Облупливаются. Мне самому лучше. А, уже губы горят. Ты вкусный, что ли? Да, попробуй. А вообще KFC у меня не было на канале, кстати. А? Угу. И догов не было. А? KFC еще не было у меня.
на канале. А, это бургер Дина. Бургер Дина была? Да. Чем больше есть, тем быстрее становится. Деловай, что съест такой, а кто есть приеду? А? Ну, ешь, что говорю сейчас? С мистером. Приедет по дуге. Мне не очень сложный понравился. Почему? А вот. Сидит, наяривает. А, сосед, скажи привет. 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 Да это же так можно делать. Губы горят, или врач, да? Будет ботокс. Губы ботокс. И на солнце подпалятся, поджарятся. Лука положи. Лука? Я люблю, когда много лука. Ага. Так ты что могла мне салат? Что тебе не надо? Да. Все. Острота. Соленые огурчики. Все, накосячил? Да. Молодец. Молодец. Че, чем вкуснее? С кетчупом или с сыром? С чем? С кетчупом? Это добрало в барбекю себе. В барбекю? Ничего, не вкусно? Мне очень нравится. Уважаемые гости, мы рады видеть вас снова в Киевсе. Если у вас есть обратная связь по работе нашего ресторана, пожалуйста, обратитесь. Это потом сами уносится, да? Или нет? Нет, нет. Столовую нашла. Эту в столовую тоже уносится. Смотря где. Ну да. Чего ты? Хорошо. Горячо, остро. Если мы были где-нибудь в дорожной столовой, там бы у нас есть. Да? Тут таких нет. Горячо? А крылья такие огромные. Фу, какая острота. Сколько там штук? Я не помню. Сколько? Да. На чеке там написано. Крыло 26. А помню, я такое ведро заказывала. Не вот максимум, даже еще меньше положила. Хотя большое заказывала. Ну как мы заказали ведро, ну доставку. Кипси? Угу. Короче, там было 10 крылышек. Нет, в рот. Или не в рот. Или 12 крылышек, 4 ноги. Тут 44 штуки. И наггетс положили, тут еще 6 штук. Ну, их почему-то не положили. Ага. Эй, а вы заплатили за них? Как, конечно, я же через интернет оплачивал. Ты звонила, разбиралась? А почему? Подарила? Ну блин, я понимаю, если бы не положили крылышко на наггетсы, ладно уж. А, наггетсы? Да. Ох. Конечно, факт остается фактом, я же за это деньги заплатила, правильно? За конечно. Проворонили заказ, а не экзамен. Да,
дайте мне хоть что-нибудь, а? Утерится. Очень острые. Настя. Чё? Показала. Понюхайте, вкусно пахнет. Настя. Она постоянно какие-то косяки исполняет, я говорю. Я только потом вырезки делаю. Она же вырезала то, что я сказала, какого числа мы поедем. Я не буду говорить, какого. Я уже знаю. Уже поздно. Когда успела? Уже давно. Мама же язык не может за зубами держаться. Мне, значит, нельзя говорить, да? А я наелась вообще. Это я должна говорить. Ты должна говорить, что ты наелась. Да, нет, твистер был. Ты нужна салфетка? Так как нам не выдали. Надо их приединить. Чай, салфетка. Простоявшее мороженое. Такое растаявшее у тебя тоже. Но... Я такое люблю. Я тоже так всегда дома мороженое все перебиваю. Я тоже. А потом только ем. Я не люблю кустами. То что, облизывать надо, там еще что-то. Я люблю. Ты еще как я. Вкусно. Ой, очень хорошо наелась. Воды хочу пить. Зачем вы такой большой взял? Не знаю. Как если знали, что он острый. Я не знал, что он такой острый. Вообще, я сразу тебе сказала. Вообще первый раз все крылья ем в своей жизни. Ты же все по сути куриное. Ну, потому что с курицей. Курочка. Пока с костей бы белки отнести пакеты нет. Только острые, блин. Белках есть не будет. Кость что-то не острое. А? Кость что-то не острое. Кость, да. Сверху сама эта обсыпка острая. У меня кот ел мясо всё. Это вот эта вот сама хрень сверху, да, которая она острая. Я смотрю, тебе сырный тоже не пошел, да? Нет. Не то, да? Ты не будешь? С картошкой вкусно, мама. Да. Картошка фри только с сыром. Mm-hmm. И вот он какой-то отдает. Того и не сисет. Исполнитель, блин. Он что-нибудь исполняет. Что ты еще черную бейсболку взяла? Одета. А? Жарко тебе? Нет. А вторая куда делась? У нас же две было. По-любому кому-то отдала. Дома где-то. Ну все, ребятки, мы покушали, короче. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока-пока. А я.